Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом вкусного пирога с черной смородиной и творогом. В этом пироге сочетается яркий вкус летних и сочных ягод, нежная творожная начинка и рассыпчатое тающее тесто. Готовится он быстро, а в итоге получается прекрасный десерт. Для рецепта беру сливочное масло комнатной температуры, всыпаю в миску просеянную муку с разрыхлителем, сахарную пудру, масло и все перетираю в крошку. Дно формы выкладываю бумагой для выпечки и высыпаю туда 2 трети теста. Утрамбовывать его не нужно. Далее беру творог, сахар, яйцо и хорошенько перемешиваю. Можно с помощью блендера. Выливаю творожную массу на крошку в форму. Ягоды очищаю, мою и сушу. От оставшейся 1/3 части теста отделяю 1 столовую ложку крошки. Она пойдет наверх пирога. А все остальное высыпаю поверх творожной массы. Сверху покрываю ягодами и просыпаю оставшимися крошками. Ставлю пирог в духовку на выпекание при температуре 170 градусов. Через 30-35 минут достаю пирог, присыпаю сахарной пудрой, хотя он хорош и без нее, но с сахарной пудрой чуть-чуть слаще. Даю остыть и зову домашних на чаепитие. Нежный, со смородиновой кислинкой пирог понравится всем. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!